Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Я готов. Лифт, пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаром. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Спасателей. Не тормозите, надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Выстрел! А-а-а!
Не жалей никого, слышишь? На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Блять, господи боже. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Подключаюсь. Выглядит она дерьмово. Сандра Дорсет. НС-570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля... К ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, Тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Блять! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, сэр! Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэрэсэ, выноси ее отсюда! Давай, выноси ее на балкон. Шагов назад. Быстро. ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи.
Слушай, Мано, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Нет, Мано, это необычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смашер. Тут рождаются легенды. Сирен, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно. Кажется, или... Так и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гаттл, Ви. Не нравится. Это совсем не нравится. Это они! Дави на газ, Джеки! Давай, Ви! Тим Гаттл, Ви! Не могу! Веди нормально! Висит фургон. Тим Гаттл, Ви. Не нравится мне. Совсем не нравится. Это они! Их автопута! Дави на газ, Джеки! Тим Гаттл! Давай, Ви, стреляй! Не могу! Веди нормально! Держись! Мерда, пардон! Портил я ведь твоей малышке. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Явно решили не мелочиться. Уотсон, блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам,
Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты умеешь быть вежливым, когда захочешь. Когда это я был невежлив? Всегда? Я всегда очень вежлив. Ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Хай, Луэк. Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый гость сегодня... Да. Забыла сказать, у знакомого Нитранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Встречайте, преподобный Колбер. Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалко, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня я хотел бы обсудить с вами. Да блин, опять ворота заело. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо будет сказать пару слов на тебя. Я, кажется, что-то подцепил, когда подключался к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу.
Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу. Так чего ты стесняешься? Привет, Вим. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа у Уотсона, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Вим. Хороший день для парараунда. Привет! Время местных новостей. Совсем скоро начнется фестиваль Аратама Мацури. В честь него по улицам Найт-Сити проедут потрясающие многоэтажные телеги Даши. Программа фестиваля также включает музыкальные выступления виртуозов, играющих на биве, и представление традиционных театров «Но». Спонсором фестиваля является корпорация «Арасака». И, что не может не удивлять, сама Ханако Арасака сообщила, что лично примет участие в параде «Даши». Хочу от имени WNS пожелать вам веселья. Ну что? Наша звезда. Черт, я успел проголодаться, пока тебя ждал. Садись. Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Ты вчера говорил про какой-то сюрприз. Я правильно помню? Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Ну, я, конечно, не знаю, насколько она офигенная. Но выдал ее один человечек. Как же его звали? А, да, Декстер Дешон. 150 килограммов фиксера. Чувак из высшей лиги Найт-Сити. Черный Христос по смерти собственной персоной. Что за работа? Мы хоть живыми вернемся? Наш мессия хочет поговорить с тобой лично, один на один. Так что сам понимаешь. Все теперь зависит от тебя, Эсэ. Ладно, договорись с ним. Послушай, что ему надо. Так, самый серьезный человек среди фиксеров. Ты сам знаешь, я ничего не имею против Падре и Вакаку, но... Декстер, это высшая лига. Понимаешь, о чем я? Нет, если честно. Все как всегда. Приходишь ты на чужую территорию, местный фиксер сразу показывает, чей хуй длиннее, но улыбается тебе и обещает кучу денег и заказов. Но в любом случае, ты для него просто имя в записной книжке. Официант, который принесет ему на блюдечке большой кусок от клиентского пирога. Конечно, вы ходите вместе выпить, но бизнес есть бизнес. Gracias, adiós. Estoy lleno. Я пригнал твою тачку, отдал вчера знакомому в мастерскую, чтоб подлатал ее после гонки с мусорщиками. Спасибо. Мило с твоей стороны. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. Ну что, Дельтуин? Посмотрим, как она бегает. Погнали. Куда едем? К Риперу? Эй, Эсэ, не гони, а? Я ж только поил. Я так и так собирался к Вику. У меня свидание с Мисти. Да ладно. Прохладно. Она милаха. Понимает меня с полуслова. Вот оно. Пошли, Ви. Найди меня, когда Вик почистит тебе хром. Обсудим работу, которую Декс нам приготовил. Чего? Тут понравилось?
Привет, Ви. Доктор Вектор тебя ждет. Я тут пока посижу. Нам вместе надо. Вики, привет. Как твои? Виперские дела. Рад тебя видеть. Привет. Давно не виделись. Чем обязан твоему визиту? Да на задании тут подключился к нейропорту клиентки. Думаю, что-то подцепил. Какие симптомы? Мигрень? Тошнота? Чувствительность к яркому свету? Да полный комплект. Сейчас вылечим тебя, малыш. Ну а как ты вообще? Как дела? Мне нужен набор, как у взрослых, Вик. Хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Вик, у меня новая жизнь. Кто получает работу от Декса Дешона, тот переходит в высшую лигу. Старая техника не потянет. А, само собой. Ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Не нуди, Вик. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Давай в кресло. Садись, расслабляйся. Оптика Кироши. Лучшее, что у меня есть. И как раз для такого случая. Подключайся. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Первый тип. Не самый плохой сканер. Он показывает данные на роговице глаза, ну а бонусом создает помехи для внешних лиц. Короче, объясню по-простому. Если тебя засечет камера, лицо будет смазано. Но учти, тело все равно будет видно и идеально. Вот это подойдет. Как раз сконнектится с Кироши. Я готов. Вырезай. Отлично. Можем работать. Давай клади свою руку, игрок высшей лиги. Вот так. Молодец. Ну что, сейчас обезболим и можно резать. Чувствуешь что-нибудь? Ничего не чувствую. Все как всегда. Ты меня каждый раз спрашиваешь, как будто сегодня все будет как-то иначе. Да все будет нормально, малыш. Там, конечно, есть риск инфаркта или там паралича, но мне-то откуда знать, я ж просто доктор. Вот именно. Сейчас будет темно, не пугайся. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу может быть неудобно, но там, знаешь, помехи, туман или там размытость. Ну как тебе? Все в порядке? Да охренительно! Ха-ха-ха, супер. Теперь сканер. Нужна пара секунд, чтобы к нему привыкнуть, но в жизни вообще сразу мало что получается. Потом сканер синхронизируется с мозгом и будет считывать твои намерения. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо.
Тебе понравится. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Черт, Виктор. Даже не знаю, что сказать. Пообещай, что будешь это принимать. Два нажатия сразу и еще два через час. Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Покажи там всем. Только старика не забывай, когда выйдешь там в свою высшую лигу.